вчера обнаружила я паука под раковиной. Ничего не нашла, что можно с ним сделать, только накрыла его банкой, чтобы он хотя бы никуда не делся. Вот он, дети, паук. А сегодня у нас уже утром есть папа, пришел с работы. Это таракан. И он нам поможет. Да какой же таракан? Посмотри, лучше это паук. И поможет нам его переселить на улицу. Иди, а как? Посмотри. Вот давайте сейчас посмотрим, как он это будет делать. Сначала посмотрите на этого паучка, потому что потом вам не получится от него посмотреть. Папа его, наверное, возьмет в полотенечко, завернет и вытряхнет с балкона. А что ты там делаешь? Мама, давай не будем кидать. Ну, аккуратно, на деревце он повисит, не волнуйся. Он не расшибется, он сразу паутинку свою выпустит и запутается в первой попавшейся веточке. Мама, а что ты там делаешь? Где? Там черненький паучок. Видишь? Пугаюсь. Да, ну страшно, когда она отличается. Он так вот сверху выпал. Да, и сверху хорошо видно. Вот так он тихонько сидел и не шевелился. Я сначала открыла, потом закрыла. Думаю, ну как же ж я, мне нужно мусорное ведро. И вообще, накрыла баночкой. Ай, все, так, внимание, папа сейчас будет его забирать. Папа, только не прошлепни. Папа, аккуратненько. Все, папа уже вернулся, с балкончика выселит. Пока, паучок.